Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию немножко необычную приманку. Если бы не просьба моего друга, я бы ее не выкладывал бы вам в интернет. Обычно я крайне редко возвращаюсь к тем самоделкам, которые делал уже давно. Это один из вариантов шумового стримера. Как вы видите, выполнен он на офсетнике, и в зависимости от количество шариков латунных, можно свинцовых дробин, можно свинцом подмотать, как вам будет угодно. Но дело в том, что при проводке шарики еще дополнительно стучат, да, издают спектр свой звука, как и наш вот такой пропеллер. При поклевках, как вы видите, абсолютно не мешает, спокойно уходит, можно поднимать выше, ниже, опустить еще ниже. Если по каким-либо причинам, допустим, что-то вам мешает, можно вообще, как говорится, убрать наш хвостик и оставить саму вот эту часть пропеллером. Сделать крючочком, дополнительно еще что-то прицепить. То есть вариантов изготовления таких стримеров у меня очень много. Сама конструкция позволяет, как я уже говорил, в зависимости от количества наших шариков, забрасывать практически любым спиннингом для любых рыбалок. Если мы уберем наши шарики, сами понимаете, мы можем спокойно забрасывать нахлыстом нашей снастью. Поэтому попробуйте, если вам подойдет, скажите. Благодарю за внимание, извините за мой самокат. И приступим к нашему изготовлению. Подготовим материалы. Крючок я взял офсетник вот такой формы. И на проволоку сталька, нержавейка, сделал вот такую вот наборку. Здесь небольшая петелька, чтобы можно было закрепить на крючке. И отрегулировал расстояние, то, которое мне необходимо до жала, чтобы мой пропеллер хорошо вращался и не мешал поклевкам. Нам теперь остается, вот я здесь сделал отметочки фломастером, откусить, ну и изготовить какое-то тело для того, чтобы наша щука или другой хищник реагировал. Давайте сделаем. Я вот изготовил вот такую своего рода кисточку, которую мы с вами сделали отметочку, до нее не дошли, как я и говорил. И теперь я не буду, давайте, может, передвину немножко, чтобы было лучше видно. Вот, и теперь у нас с вами, как вы видите, место посадки, все наши шарики, все у нас соответствует нашей действительности и не мешает нам спокойно нашему загибу. С расчетом того, что я изготовил здесь вот такую петельку, мы сейчас будем... Здесь, как вы видите, не имеет значения, как мы будем. Главное, чтобы наша петелька вошла вот так по плоскости. Сперва набрасываем небольшую накидную, так, чтобы подхватить сперва нижнюю часть. Подхватили. И теперь я промазываю клеем. Как вы видите, она у нас спокойно поддается уже регулировке. Подмазываю клеем и окончательно уже буду закреплять здесь нашу петельку. Вот, друзья мои, как вы видите, я собрал окончательно уже нашу конструкцию. Приклеил глазки, немножечко даббинга. И наш стример, я вот уже поставил здесь такие бусинки. Их можно, как я уже говорил в начале фильма, в зависимости от огрузки
они у нас хорошо стучат, не слетают и дополнительно еще привлекают рыбу. Пробуйте, как я говорю, велосипед с пропеллером или самокат готов к работе. Благодарю за внимание. До скорых встреч!